Холод и дождливая погода не преграда для российских спортсменов, профессионалов и любителей. Более 30 открытых площадок принял стадион «Космос», и на каждой из них бегали, прыгали, кололи шпагой и наносили удары ногами. Островным каратистам всегда есть что демонстрировать. Наши ребята – постоянные участники сборной России по восточным единоборствам. Хотим сагитировать, прийти заниматься нашим видом спорта, да и в целом, чтобы молодежь больше занималась, тренировалась и добивалась спортивных высот. Открыл праздник в Южно-Сахалинске олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира, фигурист Алексей Ягудин. Прославленный спортсмен поздравил островитян с праздником и призвал не останавливаться на достигнутых рекордах. Я узнал, что оказывается, здесь, в этом регионе, в Сахалинской области, 67% жителей этого региона занимаются спортом. Поаплодируйте друг другу, это круто, это номер один. На одной из площадок начальник российской сборной по санному спорту Артем Петраков показывает юному сахалинцу, как нужно держаться в санях, чтобы приехать быстрее всех. Он рассказал, что на островах есть все условия для тренировок санников. У нас есть олимпийский вид санный спорт и есть неолимпийский, более такой народный, но турбан. Вот как раз для местных склонов, я думаю, очень перспективно, если бы этот натурбан, такой более доступный вид спорта, появился. На сцену тем временем вышла краса и гордость российского спорта, олимпийская команда нашей страны. Лыжники, гимнастки, синхронистки, боксеры – все они приехали, чтобы сказать молодежи Сахалина – дерзайте и побеждайте. И даже непривычный для жителей материка холодный июнь не омрачил настроение звезд. Погоду, конечно, ждали получше, но, если честно, и даже эта погода не омрачила наше присутствие здесь, потому что здесь нас очень приятно приняли, то есть нас, не знаю, там полностью всем обеспечили, поэтому мы просто рады быть здесь, нам очень приятно, что здесь так популяризуют спорт, поэтому спасибо, Сахалин! Всероссийский олимпийский день учрежден для развития массового спорта в России. Инициатива уже дает свои плоды. Если даже на удаленном от центра острове большинство жителей уже выбрали свою спортивную дисциплину. Евгений Коньков, Дмитрий Протасов, телекомпания ОТВ.